Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Приветствует вас Машенька Машуня Черняк. Как всегда я говорю, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И еще, пожалуйста, заглядывайте в описание, там много-много всего интересного написано. Описание находится внизу этого видео. Так, а теперь о главном, что мы сегодня отмечаем. Как вы думаете, Новый год? Нет. Старый Новый год? Нет. Мы сегодня отмечаем окончание зимы. Зима приходит к концу. По календарю-то, пожалуйста. На календаре-то последние денечки зимы. А у нас, видите, даже инструменты музыкальные пляшут, ждут весны, хотят весны. И мы рады, и мы очень-очень с вами ждем весны. Мы хотим, чтобы быстрее этот снег растаял, чтобы зазеленели деревья, зацвели цветы. А пока мы смотрим на мерцающую новогоднюю, с Нового года это стоит, эти арки. Вот, и они нам нравятся. Они радуют наш глаз. У людей не бывает депрессии от этого снега, от этих сугробов. Мы сначала радуемся снегу, радуемся зиме, первому снегу, холоду, а потом он нам так надоедает, вот, так надоедает, что просто мы находимся, я вам не сказала, мы находимся на Красной площади. Вот. Столько лавочек и ждут, что на них в конце концов кто-то сядет и посидит, и полюбуется этой красотой. А сейчас холодно сидеть на лавочке. Вы как считаете, холодно? Ну, конечно, холодно. Снег везде. Пока-пока!